абсолютно, якщо... Просто він був наш зданий непрісний во віки вікований. Царю небесний, утешитель души, сина и жизни, сы, вся исполняя, и сокровища благих, и жизни подателю, прийди, вселися в ней, очистенная всякие скверны, спаси Божию души наша. Святый Боже, святый грехи, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый грехи, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже, святый грехи, святый бессмертный, помилуй нас, помилуй, Господи, помилуй нас, слава Тебе, вся нас. Остави нам долги наши, якоже ми оставляємо боженьком нашим, не йди на своє скушення, не избави нас від лукавого, якоже є царство і сила, і слава Отца і Сина і Святого Духа, нині пісне, небо віки вікувані, молитвами, Господи, всіх святих, які проводяться Твой мир, дай нам помилу на всіх єдиних щедр, Господи, помолимся, Господи, помилуй, Господи, Боже, сидяжи в очі, Господи, наш Иисус, як Христа всесть, Господесная жизнь, Господесная слава, Господи, сядь, несучите, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, 50-й день младенец, законному храму принесенный от Марии Иисуса, брачного Святая Матери, и на обятих праведных сына наносимый сам Владыку Всесильня, и принесенного всего младенца, явитесь тебе все творцы благослови, и на всякое дело благое тебе благоугодное возрасти. Святое крещение получит часть избранных царств, Господаем с нами, благодатью соблюдение насущной и рождения Троицы, тебе выпадает всякая слава, благодарение, поклонение с обезначальным Твоим Отцам, пресвятым и Богим, и золотовящим Твоим Духом, и неписанным, и веки вековами, и мир всем, и Духу Твоему, Богу Вашему, Господи, век, преклоните Тебе, Господи, нам ежа дело воплощение народного просвещения Бога нашего, уже последние дни благодарения и содействия Святого Духа, спасение ради нашего Бога, Сина Святого Твоего Духа, возлагаю руку мою на раба Твоего, Илью, исподобшегося, прибегнути ко святому имени Твоему, под кровом Твоего, сохранитесь, оставь от него ветхую мою прелесть, исполни Твое життя, верой, надеждой и любви, да разумеет, и Ты есть един Бог, истинный, единородный Твой Сын, Господь наш Иисус Христос и Святый Твой Дух, дашь ему во всех заповедях Твоих, ходите угодно Тебе, сохраните, окаще, сотвори все человек, жив будет в них, напиши его в книзе жизни Твоя, соедини его стадо, наследие Твое, да прославится имя Твое Святое в нем. И возлюбленного Твоего Сына Господа, же нашего Иисуса Христа, и животворящего Твоего Духа, да будут очи Твои взирающие на Него милостью Твоему,
и уши Твои же услышать, и глас моления Его возвесили Его в деле руку Его во всяком роде Его, да исповедься Тебе, ясное во веки веков, Господу помолимся, Господи, помилуй. Запрещай Тебе, дьявол, Господь, пришед и мир, веселимся, человеца, и разрушит Твоему чистый человек, и измяет. И же на древе сопротивная сила победит солнце, померзшую землю, поколебавшуюся, рабом отверзающуюся, перестанцев тех восстающие. И же разруши смертью, смертью упразднимущую державу смерти, сей себе дьявола, запрещай Тебе, Богу, показавшим древо живота и вставившим херувимы пламенное оружие, обращающееся с трещи, то запрещен, будь его нам, будь его запрещаю, ходившим, яко по суху на плечу морской, запретившим буре ветров, его же зрение сушит без запрещения, расстаивает горы, той войны не запрещает и нами, бойся, изойди от тупием, и легче селью полуденно, обдетнила свой тартар, даже до готованного великого дня судного, убойся Бога, сидящего на херувимах и презирающего, бедный уже трепещут ангели, архангели, престоле Господа, воина Христа Бога нашего, Понимо тебе запрещаю, ходящим на пилу ветреным прячь, мангая своя, огонь палящ, изыди от духи, от создания силы со всей силы ангела, во имя Отца, Сына, Отца и Сына и Святого Духа, ныне Писано, во веки веков, аминь. Раба Твоего взыщи, испытуй от жене от него все действия дьяволя, запрети нечистым духом, и жене очисти дела руку Твою, острое Твое употребивое действие, сокруши сатану под ноги его вскоре, и дашь ему победа на него и на нечистой его духе. Я когда Тебе милость получил, сподобиться бессмертных и небесных Твоих тайн, слава Тебе во свет Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. И жени из него всякого лукавого нечистого духа, скрытого гнетящегося в сердце его. И жени из него всякого лукавого нечистого духа, скрытого гнетящегося в сердце его. И жени из него всякого лукавого нечистого духа, скрытого гнетящегося в сердце его. Действием заночению дьяволе сотрига, сейчас словесность страста до креста Твоего, уды честен церкви Твоя, Сына и наследника Царствия Твоего, да по заповедям Твоим жительству, и сохраним печать нерушимую, и соблюд резу несмирную, получи блаженство святого Царствия Твоем, благодатью и щедротами и человека, любим единородного Сына Твоего, с Ним же благословенности со пресвятыми благим, и животворящим Твоим духом на ней присно во веки веков. Аминь. Сатаны, всех делаю, всех ангелов, его всего служения, вся гордыня его. Говорите, отрекаюсь. Отрекаешься ли сатаны, всех делаю, всех ангелов, его всего служения, вся гордыня его. Отрекаюсь. Отрекаешься ли сатаны, всех делаю, всех ангелов, его всего служения, вся гордыня его. Отрекаюсь. Отрекся ли и сатаны. Отрекся ли Иисус сатаны? Отрекся. Отрекся ли Иисус сатаны? Отрекся. И дуни, и плюни на него. Поворачивайтесь лицом, как ему туда повеснят, когда не икона, а именно в сторону дна, и дуйте, и как бы плюйте. Поворачивайтесь. Сочетоваешь ли ся Христу? Говорите, сочетоваюсь. Сочетоваюсь. Сочетоваешь ли ся Христу? Сочетоваюсь. Сочетоваешь ли ся Христу? Сочетался. Сочетался ли си Христу? Сочетался. И веруешь ли Ему? Говорите, верую Ему, я по Царю и Богу. Верую Ему, я по Царю и Богу. Перечитайте вместе символ. Верую в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущая Отцу, им же сел выше. Нас ради человека и нашего ради спасения, сшедшего с небес, и воплотившегося Духа Святого, и мои дивы, и вычеловечившись, распятого лжесыны при Понтисте Пилате, и страдавших, и погребена, и воскресшего в третий день воскресания, и вошедшего на небеса, и сидящего в тесную Отца, и Боги грядущего со славою судить и живым, и мертвым, Его же Царствие не будет конца, и Духа Святого Господа, животворящего, и же от Отца исходящего, и же Отцом и Сыном споклоняемого и славимого, возглавившего пророки, и
во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедующую единое крещение, восставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Благословение Святой Божией Церкви и соединение всех Господа, помолимся Господи, помилуй. Господу помолимся, Господи, помилуй. О великом Господине, Отца нашего, Святейшем Патриархе Кирилле, Господине, Отца нашего, Блаженнейшем Митрополите, Онуфрия, Господине нашему, Святопре, Священнейшем Архиепископе Ионе, честным пресвитерством, пресвидиаконстве, всем прищелем, Владея нашего, во всех и воинстве, я, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Отче, же освятитесь в Одессе и силой действами на этим Святого Духа Господу помолимся, Господи, помилуй. Поеже ныне приходящим по святому просвещению и спасению Господу помолимся, Господи, помилуй. Поеже показатель всему Сыну Света и наследнику вечного блага Господу помолимся, Господи, помилуй. Поеже быть ему страстным и причастным по смерти и воскресения Христа Бога нашего Господу помолимся, Господи, помилуй, поеже сохранить ему одежду крещения, поеже быть ему в воде всей пани, упаки бытия, оставлению грехов и одежде нетления, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Поеже услышите, Господу Богу, глас моления нашего, Господу, помолимся, всякие скорби, гнева и нужды, Господу, помолимся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Господи, помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу, Богу предадим Тебе. Сыня, писанный безначально же не свободный, пришелся на землю с рак рабоприем, подобие человечествам был, не потерпел, и владыка милосердия ради милости преозлетия дьявола, мучимого рода человеча. Исцеление души и тела, слышание веры. Руцы Твои сотвористи и создасти мя. Вы же ходите ему по стопам заповедей Твоих. А сколько сейчас ребенку? Месяц? Царь Божий Илия, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Запутывайтесь, отрывайтесь. Блаженней же, оставившися беззаконие, их же прикрывшися грехи, блажен муж и муженек, не Господь греха, не же есть во всех его лесть. Беззаконие мое, познав и греха моего не покрыв, с нечестие сердца моего, зато помолится тебе всяк преподобный во время благопотребного. Обаче подобие водное к нему не приближится, ты есть и прибежище мое от скорби, от бежащими радостями, избавись разумом, раззнаем, изнующие руси, простянешь.
не приближающихся к Тебе многие раны, грешному уповающему на Господа. Милость обыдет, веселитесь о Господе, и радуйтесь о праведней, и хвалитесь о всеправии сердца. Облачается раб Божий Илия, близу правды во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Благословенность и Господи Божий, Вседержителю, Источнича, Благих Солнца, Правда, Восьяда, Сущим от Меня Свет, Спасение, Влением Единородного Твоего Сына Бога нашего, дарованного, недостойного блаженного очищения во святей воде, и божественное освящение в животворящем помазании, и жены неблаговоливой баки родить раба Твоего, просвященного, водою, духами вольных и невольных грехов, оставления тому дарованного, Сам Владыка, Всецарю, благоутомливаем освящение, утвердив православной вере, избавя от лукавого и всех начинаний Его, и спасителем Твоим страхом, чистоте и правде, душу его соблюди, да во всяком деле и слове благо угождая Тебе, Сын, и наследник будет небесного Твоего Царствия, яко Ты еси Бог наш, Бог еже миловать и спасать, и Тебе слава ссылая, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Печать дара Духа Святого. Аминь. Чадара Духа Святого, аминь. Чадара Духа Святого, аминь. Чадара Духа Святого, аминь. Чадара Духа Святого, аминь. Печать дара Духа Святого, аминь. Ёлушка. Чадара Духа Святого, аминь. Ручки, ручки, ручки. Чадара Духа Святого, аминь. Чадара Духа Святого, аминь. Чадара Духа Святого, аминь. Печать дара Духа Святого, аминь. Печать дара Духа Святого, аминь. Во Христа крестистися, во Христа прикостися, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Елица во Христа крестистися, во Христа прикостися, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Господу помолимся, Господи помилуй, избавление от грехов святым крещением. Рабу Твоему даровала и жизнь, паки рождения упадала и сам, Владыка Господи, просвещение лица Твое, сердце, озарять его на благоволие, щит, вера его ненаветова на Твоего в соблюдении тления, одежду, ею же одеясь, не скверну, мне не блазненно, сохрани нерушимую мне духовную печать благодатью Твоя соблюдая, милости, ему же и нам бывая по множеству щитов Твоих, яко благословись и прославися пречестное великолепое имя Твое, главы ваше, Господи, преклоните Тебе, Господи, одевайся в Тебя Христа и Бога нашего, Тебе подклони с нами свою главу, и уже сохрани непобедимо подвижника, прибыть на свою вражду, носящих на него и на ноя. Твоим же нетленным венцем, даже до конца победителя, все покажи, как Твоя сижи, миловать и спасать, и Тебе славу рассылаем, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятыми благими, животрящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Молся именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Субтитры создавал DimaTorzok.
Боже, Ілія, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Воспринає Царя Боже, Ілія, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Воспринає Царя Боже, Ілія, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоя, молитися, услышали, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, вас преемников Виталия, Дмитрия, Иоанна, Ангелины и новопросвященного Илии, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яко милость Иве человека любит Боги, все Тебе слава ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Воцерковляется Царя Божия Ильина. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Видел в том, как поклониться к храму святому и твоему. Церковляет Царя Божия Ильина. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Посреди церкви восстает Тя. Воцерковляет Царя Божия Ильина. Светлое откровение языка и славы людей век Израиля. Мама, посмотрите, это раз. Так, да, и еще так. Важно. Перекреститесь. Да. Называется поясной поклон. Перекрестились и пальцами правой руки касаются пола. Когда ты где-то рядом. Поздравляемся. Премудрость, Пресвятая Богородица, спаси нас, честнейшие герои, самые бессомнения Серафима. Без исцеления Бога, слава Божия, слышащую Богородицу, величаем славу Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе, слава Отцу, Сыну и Святому Духу, на ней написано на веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови, воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвенно пречистая Своя Матери, святого пророка Илии и всех святых, помилуй Ты, спаси от нас, яко благи человека любят. Поздравляем вас, дорогие, с крещением Илии. Сегодня Православная Церковь пополнилась еще одним воином Христовым. Чему мы рады? Желаем ему Божьей помощи в жизни, чтобы он жил во славу Божию, стал настоящим православным христианином. Поздравляем. Вот теперь все подходите, прикладывайтесь ко Христу. Это печаль для вас. Надо порадоваться. Во-первых, сегодня воскресенье. Во-вторых, классная такая погода. Во-вторых, мы все такие молодые, красивые, дети. И так далее. Четвертый.